На самом деле несколько типов башен вот таких вот существует зенитных. Я очень хорошо помню фильм «Освобождение», большая такая кинолента советская. И там был такой момент, когда наши войска освобождают Берлин. Ну, как сказать, наверное, «освобождают» не очень подходит этот глагол. Ну, короче, в Берлине, в зоопарке, была такая башня, одна из таких. То есть там внизу львы, крокодилы, а наверху зенитки стоят, ну, вот такой вот байде. Причем зенитные башни, они действительно огромные по своим масштабам. Реально очень большущие. В конце миссии мы сможем посмотреть на такое здание издалека. Да сдохни ты, сволочь. Скотина. Вот тут, к сожалению, двери закрыты. Но потом они еще откроются. Поверьте мне, друзья. Аккуратненько, аккуратненько продвигаемся. Ищем лестницу очередную. О, вот они. Гранат вот совсем не осталось у меня. Есть! Закинул, закинул, закинул. Или вылетела. Ссаная граната. Гранаты на самом деле в игре довольно прыгучие. То есть они реально рикошетят моментально. Причем от всего. Черти немецкие прямо из воздуха появляются. О, а вот пулеметчик. А вот и пулеметчик. Отреспаунился. Ну, ребята наши... Ой-ой-ой, как бедного бойца перекорячило. Вот он стоит. Что, давайте подамажим его, пока он там ждет с моря погоды. Вот, отлично, в пах я ему пару обоим выпустил, он сложился. Хорош. На самом деле, друзья, в эту комнатку можно даже не заходить. По причине того, что пульт, который нам нужно уничтожить, это вот эта вот штука. Его, кстати говоря, можно даже уничтожить не только с помощью огнестрельного оружия, даже просто ударом. Вот и все. Забираем боеприпасы. Очень сильно мы потратились. Так. Только колотушки остались. Ладно-ть. Дальше. Наше задание, собственно... Это БТРы на первом этаже. Давайте ими мы и займемся. Вызываем лифт. На удивление, как-то даже ничего не глючит. Обычно у меня вот этот вот лифт и тот предыдущий жестко лагали, несмотря на то, что у меня лицензия стимовская. Прям глючили по-страшному. Но благо, что сейчас все неплохо. Друзья, сразу приготовьтесь. Перезарядите все. Достаньте гранаты, которые будете кидать, потому что... Твою мать. Извини, мужик. Мне не на этот этаж. Придурок. Вот он, наш этаж. Хорош. Взрывной волной убила стрелка за пулеметом. Это особенно приятно. В
принципе, он легко отъезжает и от простого хедшота. Кстати, вот тут снайпер наверху сидит. Далеко глядит. Хорош. Оп, и еще один хедшотик. Тут довольно мощно ганцы окопались. Как видите, пулеметные гнезда повсюду. Снайперы. Бойцы, уходите, я сейчас буду бочку взрывать. Нет, лучше сидите. Я не буду, а то взрывной волной всех нас тут расхерачит. Ну и, собственно говоря, остается последний беттер. Боец! Твою мать, ну что ж ты так неаккуратно? Оба-на, там и бочечки стоят. Бум! Ух ты! Ух ты! Боец, а ты крепкий. Ну не такой крепкий, чтобы выдержать пулю. Вот он. Боец. Но теперь, друзья, нам нужно опять подниматься наверх. Вот нам тут уже лифт приготовили. Опять поднимаемся, но теперь нам надо на четвертый этаж. Мы там, кстати говоря, уже были. Помните, я говорил, что вот эта дверочка закрыта, но потом ее нам откроют. Вот это то самое место. Как видите, снова куча врагов на карте. Все никак не уймутся. А бойцы так и сидят, да? Че, как дела, бойцы? Я так понимаю, все не очень хорошо. Ёперный театр. Уходим, уходим. Ой, спасибо за аптечки. Так, убиваем петуха в его петушином гнезде. Хорош. Мочи эсэсовцев. А их тут довольно много. У-у-у! Полеты во сне и наяву. Ё-моё. Секретные немецкие технологии. Стреляют. О! Бойницы открылись, друзья. Я уже хотел сказать, через закрытый стреляете, что ли? Я вот сюда. Ребятушки, ребятулечки. Какой черт стоит? Здорово, дятел. Нихера. Нихера. Чуть меня не убили. Вот и все. Ушел. На молекулы растворился. Вот эта решетка непробиваемая. Спасибо за это разработчикам. Иначе было бы очень херово. Короче, идем на прорыв. Ой, а какой там черт стоит? Какой там черт стоит? Вот скотина. Вот скотина. Так, а чем тебя попробовать? Гранатами, может? Можно, в принципе, и так. Можно и по классике пойти. Потому что классика не стареет.
пытался свалить, а не получилось. Так, ребятушки. Я наверх не полезу. Потому как... Нет у меня боеприпасов. Совсем. Самый главный для меня сейчас боеприпас найти — это гранаты окорок. Поэтому я сейчас побегаю по уровню. И поищу. Где-то есть зона высадки. Наверху прямо она была. Давайте мы прямо сейчас вернемся туда, откуда мы стартовали. Я имею в виду первый, самый первый этаж, где стояли БТРы. Там были лестнички. Красивые лестнички. На стены. Там еще строительные леса стоят. Так. А, разработчики нам успешно все заблокировали, да? Уже нам все закрыли, короче говоря. Ладноть. Ну нет, так нет. А жаль. В общем, короче говоря, друзья, не повторяйте моих ошибок. Обязательно заберите все, найдите все ящики с гранатами, с боеприпасами. Потому что в конце будет полная жопа. Без гранат Н-82. Она же граната окорок, вот которая у меня сейчас. Вот это вот. Вы финал будете проходить, ну, довольно длительное время. На самом деле. Вот еще один петух. Есть, последний пулей. Последний уработал его. Я, кстати, еще и захлестнул. Щиток какой-то. Ну а теперь, друзья, отправляемся. Можем даже вот так вот демонстративно пройтись по... Как ты тут оказался, тварь? Можем демонстративно пройтись по столу. Своими грязными сапожищами. Ну а затем спускаемся в склад. В арсенал. Там уже работают наши саперы. И им нужно помочь. Не успели мы заминироваться, как команда Ганс и Йохан спешит на помощь. Очень хотят нас убить, суки. Поэтому надо делать тапки и побыстрее. Бежим по вот этому вот проводу желтому. Но далеко убежать не получится. Потому что тут нам пулеметчиков насыпали. Не забудьте про вот это вот козла. Твою налево. Вот нам и тут и гранаток насыпали. Хорош. Есть. Нам еще дали квалификацию снайпер на гранаты окорок. Теперь у нас увеличен боезапас. Теперь их можем таскать больше. Вот спасибо саперам. Вот золотые парни. Насыпали нам. В общем-то, друзья, даже не обязательно бегать за боеприпасами. В конце вам все насыпят. Ну, по крайней мере, мне насыпали.
Не знаю, как у вас сложится. Лови петушара. Вот и все. Сальтушечку захерачил. А там еще один, да? Да, там еще один. Нехороший человек. Вот именно про этот момент, ребят, я вам и говорил. Очень затяжной, очень муторный. И не шибко интересный. Твою мать, ну херачит меня, конечно, будь здоров. И аптечек не видать. Сдохнешь ты там, гнида. Наконец-то. Прервал я твои мучения. Но расслабляться не стоит. Гады могут поджидать на каждом углу. Но, в принципе, уже все. Вижу свет в конце туннеля. И уходим, друзья. Наконец-то мы покидаем это ужасное место. Ух, все, свет. Вижу свет. Ну все, боец. Сейчас я тебе помогу. Эпик Айкей, мазафака! Ой-о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 й. Ну это просто шедеврально, друзья. Colonel Scott Webb, after action report, March 27, 1945. The war is over. Once a mighty force, the German army is now crumbling. I believe it is because of the tenacity, the skill, and the guts of the airborne that America has triumphed. The dedication and supreme sacrifice exhibited by these soldiers makes me proud and honored to be a member of the airborne. Вот и все, дорогие друзья. Мое прохождение подошло к своему логическому завершению, как к своему логическому завершению подошла и игра. Она действительно довольно короткая, всего 6 миссий. Не успеваешь кайфануть, честно говоря, от игры. Вроде бы тебе уже и нравится прыгать с парашютом. Все вот эти вот десантные операции. Уже ты полюбил геймплей, задания, которые тебе дают на миссиях. Оп, а игра закончилась. Очень жаль, на самом деле. Но, тем не менее, у игры масса достоинств. Во-первых, атмосфера, она действительно здесь есть. Во-вторых, очень интересная система кастомизации оружия и прокачки. Это действительно очень достойно. Это большой плюс. В-третьих, что касается графики, она действительно для 2007 года очень даже неплохая. Очень хорошая детализация. И, в принципе, спецэффекты и все, что с этим связано, очень достойно. Даже сейчас смотрится. Никогда не скажешь, что этой игре уже 11 лет. И плюс ко всему достойная работа со звуком. В принципе, музыкальное сопровождение очень подогревает атмосферу. Плюс хорошая оригинальная озвучка на английском языке. Наши локализаторы, к сожалению, не сподобились. Они только в 2012 году поняли, что игры надо локализовывать. И Warfighter перевели. Я имею в виду, голосовую озвучку сделали. В общем-то, вот такая вот игра Medal of Honor Airborne. Если вас мучает дичайшая ностальгия по таким играм, то, пожалуйста, с удовольствием вам эта игра вкатит на 5 баллов. Если вы никогда не играли и хотите попробовать, не рекомендую. Вам, скорее всего, не понравится, потому что игра достаточно специфичная, очень высокая сенса, очень все как-то дергано, резко, все анимации
не слишком приятной глазу, скажем так. Плюс сложность, она действительно очень высокая. Даже на легком уровне сложности, на рядовом, вам будут рвать жопу снайперы, гранатометчики и бронетехника. Это гарантированно. В общем-то, вот такие итоги, друзья. Я хочу поблагодарить всех вас, кто был со мной все это прохождение, кто присоединился в процессе, кто посмотрит это уже после того, как я выпущу все прохождение, уже пройдет 1000 лет, все мы будем китайцами, и вы ни хрена не поймете, что я сейчас говорю. Всем вам, друзья, спасибо большое, играйте в хорошие игры, всем удачи и пока!